Детали организации межсирийских консультаций, которые должны пройти на следующей неделе в Женеве, обсудили по телефону министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Как сообщили в нашем МИДе, особое внимание было уделено формированию по-настоящему представительной делегации оппозиции. Еще один вопрос – повестка переговоров. Ее составляют в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, в которой сказано, что сирийцы должны сами определять судьбу своей страны. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона спустя несколько дней после личной встречи дипломатов в Цюрихе. Она длилась 3 часа. Речь шла о согласовании списков террористических организаций.